австралийцам 1-3. Сборная Японакозава и главный тренер Зико. Четвертый Роберт Ковач. Пятый Игор Тудор. Уютный стадион. Плюс 24. Уехал в Японию, поиграл немного, затем остался в роли тренера. 4 года подряд в Японии. И редкий случай при жизни ему на стадионе установил. Это вратарь сборной Хорватии. Наката первым был у мяча. Это очень опасные отскоки. Бежал и подавать угловой. Вот это он пробивает. Мяч отскакивает. И первый угловой. Нико играли за Баварию Хитцфельда. Нико сейчас капитан команды. И вот это классный 17 номер. Это Вердер. И за сборную Хорватии. Прошо. Пенальти, правильно. Миямото, пятый номер. Ну вот, посмотрите. Конечно. Нет, это удар. Посмотрите, сзади. Корпус Дада Прошо и Миямото. Удар. Браво. Это в левый нижний угол. Ну вот, знаете, есть некое преимущество для вратарей высокорослых. Они здорово играют на выходах. Но зато невысокого роста. Тудор. Удар! Ох, какой удар! А? Вот этот футболист. 19 номер. Ему контракт продлевали, оставляли. Накамура! Наката. Удар. Ах, какой удар. Вот здесь отскок. И Наката сразу. Смотрите, хороший удар. Угловой удар. После этого отбить мяч. Игра в стенку. Удар. Ай-яй-яй. Потому что сильный удар был. А игра в стенку великолепная. А? Вот видите, это удар был. Конечно, это был удар. Просто он не получился. Это не пас был. Ну что ж, первый момент голевой, пожалуй. Нападающий по амплуа. Срана, очередной штрафной. Удар! Дальний угол. Еще раз смотрим. Преимущество в росте. Вратарь был уже бессилен. Олич. Футболиста, который быстро бегает. Сразу отрывается, у него создается момент. Хорошо. Аут и финальный свисток. Получил и японское гражданство, играет за сборную Японии.